15-я база ответьте. Вижу двух людей. У обоих на куртках надписи АК-47. 358 до места. 415-я база ответьте. 315-я, они прожигают пластиковую бутылку. Долбоеба меня назвал за что? То, что вы вылазите туда. Что туда, ты вы, блядь? Зачем ты скажи? Общайся, зачем? Сука, как зачем человек, блядь. Туда, вылазь нахуй отсюда. Не надо, оставь. Подойдите, пожалуйста. Ты долбоеба. Пизду себе подойди, блядь, чмошник. Учись общаться с людьми, он старше тебя, блядь. Да ладно уже. Иди нахуй, блядь, абсос. Поцелуй мой хуй. Поцелуй мой хуй. Поцелуй мой хуй. Поцелуй мой хуй. Саша, отойди от окна. А, блядь. Ну отойди, реально, они сейчас, блядь. Пиздец, сука, вот натворили. Сука, вот ты, блядь, прячусь, сука, опять. Ты ж только на камеру не говори, блядь. Про свои делишки темные. Шо вы, воры, блядь, преступники, блядь. Рецидивисты, блядь. Константин, блядь. Смотри, блядь, мастюхи есть, все, блядь. Да, да. Не, вот реально, сейчас просто они подъезжают, и, блядь, и такие, выходите по каким-то помещениям, понял? Ходите по одному, блядь. Да, 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 да. Отрём вам такой с калашником. А прикинь, а потом, короче, заходят сюда и такие, ох, блядь. Что это за пули? Находят видос, где мы с Домбровским расстреливают, видит полис департамент. Смотри аккуратно, он по той стороне идет. Ну она просто идет. Ага. Вдруг это опер. Где ты ее видишь? Да вон она, блядь. Где? Вон в черном. А, да она гуляет просто, блядь. Конечно. Шкура. И да, понял, а потом видят такие НИП, типа АКАП, и такие, да он рецидивист, блядь. Санька, тут есть перчатки, если что, будем отбиваться. Вот здесь разве что стоять и пасти их отсюда. Вот отсюда их хороший спорт. Ой, это хорошо, твоя блядь. Работа, стой и пасти. Отсюда, блядь, ну давайте хотя бы, блядь, ну. Короче, что произошло? Сидим мы тут уже, прибежали сюда, и я такой поворачиваюсь и смотрю, короче, там стоит мусорская тачка и опер какой-то по телефону, понял? Я говорю, гасимся, и мы хуяк в туалет, и походу и начинаем накручивать, что это нас еще. Я назад пойду, я замотаю ебало банданы, дай мне банданы, пожалуйста. Сейчас, мне надо домой зайти, и мы думаем, короче, как распетлять отсюда, чтобы ничего не произошло плохого, потому что нельзя попадаться. Просто пидораса наказали, ну как наказали, Саша наказал, блядь, ну, но, блядь, неправы окажемся в итоге мы, блядь. По-любому. Мусора перекрутят так, что... Короче, после того, что увидели, как бы я ему сказал в нецензурной лексике, что не надо уважать старших, плюнул у него, потом я уже уходил, он плюнул меня, и я решил, естественно, подарок ему сделать, и, в общем, вот моя любимая штучка, с которой я не расстаюсь. И он там что-то заплакал и, наверное, позвал охрану, а там просто военизированная охрана. Военизированная охрана с пистолетами большими такими. И мы, короче, очень круто спетляли. Но нас ищут уже, так что скоро будет весело. Реально, мне уж прям хочу, чтобы я с копы подъехали и прохуелись. Давай, как робот, как робот. А сейчас нас по городу пробивают по камерам, уже походу ищут, пиздец, потому что... На военном объекте, блядь, обидели товарища охранника, блядь. Но ты сам виноват, долбоебина, так что иди нахуй, короче. И сейчас как дети гасимся, блядь, ждем, когда нас будут принимать. Александр, 33 года. Сегодня 1 мая, у них будет дохуя висяков, но им не до нас, реально. Да, да, я же тоже говорю, что сегодня будет очень круто, очень много мокрухи, алкаши понажираются, блядь. Будет реально очень весело. Так, смотрите, как волосы отросли. Можно ехать снимать новый сериал, да. А вон малышка, короче, видите, вон две малышки сидят.
в Зельде. Вот там админша, короче, я написал, пошли погуляем, а она меня отморозила. Коза, блядь. Опять вы музыку под тему, да, блядь? Под настроение подбираете, мальчишки. Вы что, с пацанами? Потом мы пошли в порт. Нам почти 50. Убежали, блядь, скрываемся от мусоров, блядь. Думаем, что найдут, у нас не найдут. В барбершопе прячемся. Крайне канапу шьем. Блядь, как пацаны, реально, вот реально, ну типа. В детстве вот просто ты хуйню натворил, ты убегаешь, переоделся, где-то попрятался пару часов на крыше, и все, бобики разъехались, идешь домой, блядь. А сейчас, видите, с камерой ждем, когда нас прихватят. Пиздец просто. Ориентировка вся на камеру. Ну хорошо, я его задул, он написал заяву, да. Дали ориентировку. Почем? Единственный предмет — это твоя борода, по которой я ориентировку могу. Блядь, знает пол Одессы, блядь. Ну таких как ты тоже дохуя бородатый. Ебать. Только в церкви батюшка, блядь. Ну, все видите. И то не в каждой. Товарищи копы, мы друг друга не знаем, мы вообще первый раз друг друга видим, я вообще не ебух, что это за люди. Если что, я виноват, я плохой мальчик. Меня в тюрьму. Короче, я что хочу сказать, что искать будут только Сашу. Так что, Сань, мы пошли, ебать. Первомай все-таки. Солнце 20 градусов плюс. Солнце 20 градусов плюс. Охранник, блядь, плачет от баллона. Бля, он реально, он даже закрякал. Такой. Охранник закрякал от баллона. 20, блядь. Опа, опа, ты видел? Ты видел? Шо-шо? Бля. Кто шо? Мусора? Да. Какие мусора? На самом деле, вон за ним дочь поехала. Какой мусора? Там же... Ну, мусора, да, или охрана организирована. Там, ну, нахуй, блядь. Воха. Ты, блядь, встали, блядь. Не, ну, на туре поехали, просто... Нет, ну, они могут съездить по своим делам. Ну, да, я как бы... Я им не разрешал, но они тут могут пока ездить, пока я разрешаю. А прикинь, сейчас весь город будет за нами охотиться. За нами, да, ебать. Вон, блядь, самый опасный человек. Что мы там, блядь? Да ему сейчас жить теперь. С этой бородой. Не, ну в натуре от каждого копа жахаться. Ну нахуй. Все, прием города, блядь. Это этого, по-моему, Горбунова, блядь. Горбунова? Это Вова, блядь. Четкий пацан. Семки, блядь. Что ты, Вася? Бля, в Одессе самые красивые девочки, после Киева, конечно. Все гуляют, 1 мая, а мы, блядь, гасимся и ждем, когда нас будут искать. А ориентировочка, конечно, уже пошла. Жалко, что на Сашу, блядь, потому что у него борода. Короче, ребятки, я вам скажу так. Ну, у меня уже было условно, за других не буду говорить, что у них было, но криминал — это самое дерьмо, в которое вы можете встрять. Ну типа, мы веселимся и снимаем это на камеру, мы можем себе позволить. Меня воспитывали уважать старших, мы дали ему урок. Ну то есть правильно, Саша был умнее, Саша ушел, но я не сдержался, вернулся и задул его. Этого, конечно, к сожалению, нет на видео, но когда копы меня найдут, там, конечно, они дадут видео, я по-любому намочу с камер наблюдения, потому что это военный объект. Я к чему? Ничего страшного не будет, максимум штраф какой-то, там административка, блядь, 300 гривен. Через свой жизненный опыт могу вам сказать такие вещи, что лучше промолчать, лучше избежать конфликта, потому что можно в секунду, блядь, натворить дело и уехать далеко и надолго. Так что будьте красавчиками, берегите себя, но никогда не давайте слабину, блядь, и всегда умейте постоять за себя и за своих родных. Так что не берите пример со старых дураков, мы-то прикалываемся, потому что знаем, что нихуя не будет, а вы лучше берегите себя и своих родных. Всем спасибо, люблю, пока-пока.
без бороды, блядь, вообще как молодой пацан могу тёлок снимать, да? Да. Ты на это зашифровался так четко. Ты видел, 3 патруля прошло мимо, и никто, короче, нас не избавил. Потому что мы в танке. Пока что. Блядь, ну, не сглазь. 2020 год, ебать его в рот. Началось все более-менее нормально, а потом вирус этот пришел. Раньше из короны было только пиво, мы его на природе с пацанами пили, шашлыки ели. А сейчас нам дома сказали сидеть, порнхаб для нас бесплатным сделали, чтоб веселее было. Ну что, сидим, не грустим, это карантин.